have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки. С вами Ладушки. Продолжаем Робокопа. Я практически сейчас каждый день записываю по одной, по две серии. Тут все телефоны разрываются, к черту их. Я, честно говоря, хочу поскорее доиграть. На это есть несколько причин. Во-первых, все-таки играется интересно. Короче, это сейчас будет звучать крайне противоречиво, что, во-первых, играется интересно, во-вторых, стало немножечко однообразно в некоторых аспектах. Короче, ладно, в любом случае, мы потом в конце, в последней серии обговорим, когда будут идти титры. Да-да-да. Зачем вы звоните? Сказали, что полицию распустили. Когда будут титры, мы все обговорим, все обсудим. Есть плюсы, есть минусы. По-моему, без минусов вещей не бывает. Просто я до сих пор считаю, что плюсов в этой игре больше. Но я хочу поскорее доиграть. Поэтому, просто чтобы вы знали, для вас серии выходят в таком же режиме, но я записываю сейчас практически каждый день по 2-3 серии, когда получается. Блин, это Доктор Пеппер. Я хочу Доктор Пеппер. У меня сегодня нету, к сожалению, баночки Доктора Пеппера с собой. У меня даже кофе не налит, потому что я сел прям такой, думаю, сейчас я пойду готовить, сейчас я пойду это. А оно все затянется. Так, вы хотите сказать, что дальше не будет выход из зоны? Да, хочу. А что? Они просто вдвоем стоят, никто из них мне ничего не говорит, ничего. Вот, возможно, если бы я себя лучше с ними вел, но я не хочу. Поэтому ладно, поехали дальше. Я считаю, что я достаточно нормально прокачался. Если главное, чтобы не было всяких вот этих трипов, серьезно, как вот было уже пару раз глюки, тот все это вообще. Ладно, ладно, я же говорю, что мне хочется сказать много чего, но я придержу это до финальной речи. Вот. Потому что если я сейчас начну говорить, меня, во-первых, это затянет, во-вторых, в финале получится, что я начинаю повторяться. Блин, мы в четвертый раз возвращаемся в эту локацию. И когда в третий раз я еще говорил, что я был не против, то сейчас, наверное... Вот то, что я, кстати, говорил про то, что... В том же самом... Деусе, у тебя Hell's Kitchen повторялось 2 или 3 раза, но там было гораздо больше других локаций. Там ты по всему миру, ты летал во Францию, в Китай. Ребят, кто не играл в первый Деус, это та игра, в которую обязательно надо поиграть. Ну все, проголосовали. I thought you said all the cops were fired! They were! Да-да-да. Ну, вы ж, конечно, приехали как кавалерия, блин, с сиренами, ну да. Free, scumbags! Люис, ты же понимаешь, что людей так не арестовывают? С каких-то базовых уродов. Ох, красиво улетел. По-моему, они эту штуку взяли из Скайрима и всякое такое, когда у тебя убиваешь последнего врага и срабатывает замедление. Это, кстати, красиво, не спорю. Это типа был за нас, а кто ты вообще? Какого-то чувака пристрелили. А куда проведать мэра? А нафига? А зачем? Мы плывем откуда-то? Стой. Да-да-да, музыка. Успокойся. Мне тут надо улики пособирать. Вернуться и охранять? Что? Я хочу проект... Вот... Не, я понимаю, что до этого выдавали мне... вы телохранители мэра. Кто мэр-то вообще? Вы же не будете мне говорить, что Милс? Я не могу поверить, что старый человек меня в руках этого дампа. Что происходит? Every gang in the city is out for payback. They're not happy that Wendell used them, and his TV appearance didn't help. Lowlifes always find a reason.
Они оба придурки, поэтому ладно. Your OCP friend has replaced cops with droids that are now under Wendell's control. So there you have it, Mr. Mayor. I don't want to hear problems, I want to hear solutions. We must uphold the law, and we must catch Wendell Antonowski. We need to find him first. Luckily, Wendell likes to see himself on the big screen. How does that help? The message you broadcast. I can track its signal, but I'll need a little time. Как ты его сможешь отследить? С чего? Со своего калькулятора карманного? But some damned robots want to join your party. We can't let them do that, partner. Can we? No. No. Переведено как «правда». Ну это эти лайт-ублюдки. Ладно. Боюсь, мы помним, как добрались, конечно же. Да, обычно стреляешь в репу. Сейчас, я за пулеметом, подожди. Подними, пожалуйста. Окей, это было и эффектно, и эффективно. Я надеюсь, что я взял запасные патрончики, успел там. Murphy, I'll stay here with the mayor and watch out for the rookie while he tracks Wendell. You need to go out there and contain the situation. Конечно. It's time to protect the innocent, Murphy. Конечно, в одиночку, в одно рыло, только так. Ну, я же говорю, это даже не. Murphy, all hell broke loose. People are calling about crimes happening all over this. Так, задание. Иди 209 ответный удар. Давай мы сначала этого цыпленка расшатаем. На самом деле и вот... Ах, блин, сколько тут пулеметов-то. Иди 209, это была прикольная штука в первый раз. Во второй раз это было уже неинтересно. В третий раз... It's too many to handle, so I'll be directing all the incoming calls straight to you. Good luck, Tin Man. How? Пусть он их раз... Persecuted because of my art. Bunch of torchheads showed up. They don't like the fact that I only work with the vultures. It's my creative choice who I work with. Ну я ж тоже так могу, скотина! Я пошел за пулеметом. Блин, я не туда свернул. Пулеметы были там. А, не, вот они, нормально. А почему нельзя... Ладно. Давай у него... А, мы разобрались с ситуацией. Time, там вообще-то по мне стреляют. Your art projects are acceptable, but your manners need improvement. Stay out of it. I'm staying here. I don't think I'll be safer anywhere else. Меня тут не убили за это время? Не. Где этот дебил на ножках? Я пошел за следующим пулеметом, да.
Пулеметом он неплохо разносится. Он что, побежал, что ли? Ну, еще как минимум два ствола осталось. Хорошо. Я не посмотрел на хп-шку. Она у него уходит же? Типа, она же не восстанавливается каждый раз, когда я от него отхожу. Я пошел за следующим пулеметом. Он там так бегает. Поехали. Да-да-да-да, взрыв. Явно гораздо быстрее будет, чем я его в прошлый раз колупал пистолетом. Вот, ну, я вам серьезно говорю. Да, я немножко потрачу время сейчас ходить туда-сюда. Я могу еще дважды зарядить. Почему я не могу взять 200 патронов на пулемет? Немножечко жалко. Ну, поехали. Знаете, я надеюсь, что игра мне не скажет... О, слушай, тут есть второй такой... Ладно, идти с ним в лобовое, возможно, не самая лучшая идея. Хотя я на самом деле сейчас столько пробронировался после нашей с ним первой встречи. Первую встречу он меня просто разносил. Там от меня отлетали куски по 5-10%. Вот сейчас я могу, в принципе, в лицо танковать, и он мне не особо что сделает. У него так уходит жизнь? Ну-ка. Вроде да. Может, я не буду заморачиваться тогда. Я не хотел бы тратить последний пулемет. С другой стороны, на что он мне еще нужен? Ну, то есть тут ничего крупнее вот этой фигни я пока что не видел. Я как бы надеюсь, что это не будет. Извини, но чем ты в меня целишься, если я тебя отключил? О, жестянка, привет. Давно не виделись. Кто по мне еще ведет? Я не знаю, кто-то меня пытался гасить. Так, у меня, кстати, поинт появился. Всем везде всяко нужна помощь и всякое такое. Так, сканирование. Продолжаем вкачиваться. Я уж не знаю, как, что... О, новый пулеметик, давай, перезарядимся. А, тут была турелька, которую я мог захватить, да? Well, too late. Ладно. Придурки на мотоциклетах. Кстати, гренамет тоже не помешал бы. Они мне говорят по радио. Горящее здание, месть уличных стереотипов. Знаешь, вот это что ли?
А, вы тоже? Хрена себе, с чувака две грены вывалилось. Он еще и выжил. Он аккуратненько так присел, чтобы я ему хедшот сделал. Спасибо тебе, дружище. Прям приятно. Ну, то есть заботиться о... А как я пройду? Я чуть себе пока побочный квест не... Хотя, может, это основной квест. Нет, это было на самом деле максимально тупо, если бы мне пришлось бы сейчас чекпоинта проходить. Загрузите меня, пожалуйста. I tried to pull her out. I really tried, but smoke and... Is your mother inside? Да. Yes, can you? There are police officers on the promenade. Go there. У меня хат загрузился в катсцене. Ладно. Oh God, I can't open the door. Can someone help me? I can't open the damn door. Свали. God, thank you. Конечно, блин, защищать не надо. Так, вон сюда. Go to the exit. Your safety is a priority. But I can't. Oh God, I can't leave without my little kitty. Oh, please help me find her. Ты издеваешься нафиг? Кровати ее, наверное, нету. А, вот, кошку! Фу ты, блин. Я ищу кошку эту. Ну ладно. Может, он это сказал, просто не прочитал. Кошка это главный приоритет. Тут я согласен, кстати. Это табаско? Нет, это пиво. Мы из чего-то не горящего сделаны. Я понимаю, что железо, все дела, робот. Но микросхема же... Проводка. Как выйти из этого говна? А, вниз просто. Я ее сейчас поджарю, все нормально. В смысле? Нет! Я не хочу! Ну погибло и погибло, ну значит, ну вот не получилось. Ну зачем? Вы издеваетесь, вот, все. Зачем? Зачем мне было это перепроходить? Ну это же какой-то левый побочный 35-го там какого-то этого персонажа. Вы чего? Ну игра, ну зачем? На самом деле вот это сейчас немножечко раздражает. Кошку спасти? Да, это важно было, но... Да я не хочу вас слушать, блядь. Идите к черту, вы меня разозлили. Я могу это взорвать? Достаточно быстро. Хилок валяется, как будто меня должны были мордой по асфальту бить, но...
robots are trying to play out a scene from a heist movie in my video store. The problem is, they're using real bullets. Please, send help. It's only a matter of time before they find me. Я не хочу сейчас по... Они просто как на карусельке гоняются. Видео рентал. Да-да, ну короче, всех абсолютнейше здесь теперь держат, каждое здание теперь здесь является это. Тут оно ничего не помечено, типа ты должен уже знать. Ребят, вы мне вообще уже ничего не сделаете. Я после того, как цыпленка уже лицом танковал, то здесь я не вижу вообще никакого смысла придерживаться хоть какой-то безопасности, вы мне ничего не сделаете. Неплохо тут так. Текстурки-то застрял, дружище. Ну, а где, собственно, спасенный? Я всех перебил, да, но... А, вот, видите, сразу вылез. The intruders are neutralized. Lock the door and stay here. Someone should definitely make a movie about you. You are amazing. As for my store, I'll get compensation. Да, 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 конечно. Обязательно, дружище. Обязательно тебе компенсируют убытки. Сейчас я уже в неком таком режиме спидрана, что ли. Вот и прачечная. В смысле, Министерство культуры. В машинку тебя упакую. Как вы удачно в рядочек стали. I appreciate your attempt to keep the city clean. Город чище. Thank you. And don't worry about me. I live in the building. I lock myself upstairs. Хорошо. Хорошо, уговорил. О, неплохо. Конечная. Нам не то, что я прокачался до сканер. Сейчас я просто хожу, отстреливаю их. А эти ребята здесь бесконечные, что ли? Чего закончились так быстро? Ладно. Я думал, что мы тут это, а вы даже не это. Я не знаю, кто мне еще звонил. Мне там по пути звонили, что-то рассказывали, что-то еще это. Спаси тут, спаси там.
до авторазбора. А, ты уже взорвался. Я по привычке продолжаю класть на перезарядку. Кстати, по бронированным вроде как нормально проходит. Я опасался, что будет хуже. В смысле? Что, в меня врезался? Что, совсем тупой? Так, Аркейд, Кенди, черт, я запутался, кто из вас здесь то. Я парочку мест спас. Посмотрим, как она пойдет. Наверное, во все я не то чтобы не успею попасть, а у меня нету... Ой, здрасте, Греночка. Нету желания ходить и выискивать. Я немножечко еще полазю тут. Чем ты это сказал? Видео рентал сюда уже заходил, в прачечное заходил. Да, карта. Задание. Стрельба в зале игровых. О, я могу так определять. Хорошо, поехали. Оно хоть появляется как побочка, спасибо. Потому что если бы это просто были переговоры по радио, и мне потом это ходить искать, то такое. Ну, видимо, я подхожу к ним близко, у меня это срабатывает. Где-то еще было. Тут же нужно было узнать тайну игровых автоматов. Я в прошлый раз провтыкал это. Чем? Что ты стреляешь? Иди сюда. Вот, кстати, сейчас я больше похож на Робокопа. Решилась та проблема, про которую я вам рассказывал в самом-самом начале, когда меня вот эта вот простая шпана разматывала, наносили мне урон каким-то образом. Быть убитым об автомат с Пэкманом, а? Вот это, по-моему, унижение. Вот, в общем, бля, зачем мне этого чувака спасать? Я в прошлый раз не захотел, потому что у него тут дробаш лежит. Ну-ка. Вот, ну, пофиг, я же говорю, что меня эта шпана разносила, и... Мне это не нравится, я говорил, типа, какой это Робокоп, если тебя из мелкокалиберки разносит. Но я же говорю, что я тогда сделал скидку, что это такой игровой момент. Так оно и получилось, что когда ты прокачиваешься, то вот эта вся шелупонь, они как бы нафиг не нужны всем. Ой, мне еще один поинт дали. Откуда? За что? Хорошо, давайте, я не против. Дайте еще два до конца игры. Я прям буду доволен. Где эти 6 метров? Где там к тебе заходить? Здесь? Сортире чуть не замочили, да? Новый владелец зала, понятно. You saved my business. Just make sure there are no children here during school hours. Ah, loosen up. At least there are no drugs here. Возможно. Так, все, мы тут разобрались. Я не могу через стену выйти, ну блин, это раздражает. Вон выход, написано же выход. Я заблудился. Так, вернуться на улицу. Вернуться. Возвращаемся. Хорошо. Задание добраться до авторазбора. Поехали.
это недалеко. Тут мы в городе всех немножечко угомонили. Может быть, я про кого-то и забыл, серьезно. Может быть, кто-то типа меня просил помочь, я к ним не пришел. Тут есть чему. Кроме авторазборочной же автомастерская вроде как, или это одно и то же. Сюда сходил, автомат сходил, в мэрию не сходил, мэр там находится это. Есть заправка, ну, вряд ли, что заправка сейчас активна. Это завали ты. Я хочу моциками его взорвать. Кто по мне стреляет? Перезарядился? Молодец. Всегда перезаряжайся, это правильно. Не то, что мне теперь это нужно, но всегда перезаряжайся, это правильно. Это та, которая незаконная авторазборка, я понял. Там типа в последний раз, когда мы в этой части города, нам решили дать оттянуть по полной, что ты можешь стрелять абсолютно во все, абсолютно во всех. Так, короче. Ты вообще придурок, я тебя запомнил. Ну не стреляй ты по мне. Я не. Красиво. Эффектно. Так выглядят люди без абсолютнейшего никакого инстинкта самосохранения. Где он? Кто-то до сих пор... А, вон! Привет. Да. Итак, мы тут тоже договорились вроде. Ненавижу мотоциклы, вы, наверное, это уже знаете. Это был последний. Мотоциклы это прям отвратительная штука, я их очень сильно не люблю. Поэтому, как только у меня есть шанс сделать что-то подобное, мне, в принципе, это устраивает. Так, зачем мы сюда? А, изучить? Серьезно? План разрушить мост. Не, вообще ничего. You need to stop them. Otherwise, where will I get my maple syrup? I am heading there now. What is your status? Don't worry about us. We're doing just fine. Угу. Упс. Я так понимаю, что эти взрывы меня, собственно, не касаются. Я сейчас... не буду находить ни документов, ничего такого, или я просто уже не ищу, я так и не понял. Вернуться на улицу, отлично. Пытаемся остановить взрыв моста. Ну, я кувалду могу взять. Вот фишку, ой, фишку вот этих вот чуваков, которые бегут у тебя с кувалдой, я вот вообще понять не могу, потому что, ну, это же... максимально бесполезно. Ну, нет, я могу понять, что кувалда нанесет какой-то вред, если здесь сильно лупануть. Но ты же его просто перехватываешь на подходе и кидаешь в стену, и все. Ой. Кабум. Ес, Рико. Кабум. Найти бомбу. Угу. Бомбезно. Я не знаю, чья это была машина. Нарушает ли это какие-то... Ой, закон. Я сейчас взорву абсолютно все. Знакомо ли вам слово Mayhem? Я здесь именно за этим. Ой, я на тебя случайно наступил. Какое невезение, да? Ну, ладно. Грузовик можно взорвать?
задание. У него гранатомет был, серьезно? У него был гранатомет? И кто вы? И зачем вы? Там же ж еще подъехали. Идите сюда, не стесняйтесь, ребят. Чего вы там встали-то? Где вы? Нет, тебя-то я вижу. А вас сразу не было двое? Знаешь, вот эти вот ребята, они отличные претенденты на премию Дарвина. Если вы понимаете, о чем я. Короче, фишка в том, что когда ты вдумчиво и хорошо проходишь какие-то локации, находишь какие-то плюшки, да. Но когда игра тебе создает атмосферу, что ты просто идешь вперед на пролом, и там ложат тебе плюшки. Вероятен. Устранить всех врагов. Окей. Я тебя понял. Они же сами это не рванут, я надеюсь. Тут хилочка есть, которая мне, в принципе, не... Ой, я мог обойти. А я могу как-то автотурель на них натравить, не? Нормально. То есть, если все это рванет, то это, скорее всего, похоронит и нас тоже. Неплохо. Автоматы. У них, кстати, автоматы вроде человеческие. Не этот мусор, который раньше был, а... Ну да, ладно. Враги же прогрессируют, правильно? Это от меня отскакивает патроны, да? Чувак, ты... Live explosives need deactivating. Do you need bomb squad assistance? What, me? No, I'm not doing that again. I will manage. Не-не-не-не-не-не. Я не хочу, мне это не понравилось в прошлый раз. Минута осталась, отлично. Соедините провода от самого сильного напряжения к самому слабому. От самого сильного. Идете нафиг. Так. 30. 24. А как я должен это понять по вот этим вот макарошкам? Блин, я каждый раз буду перепроходить. Давайте без перестрелки. Так, короче, 30 сработало. А, значит, здесь вот это, потом вот это. Хорошо. Здесь красное это... Так, 19 это фиолетовое. Значит, сначала фиолетовое. Потом вот это, потом вот это. А, здесь девятка красная. Шестерка. Вот это, потом вот это. Все, нормально. I don't see any fireworks on the horizon. Have you managed? Yes.
Так, вернуться на улицу. Хорошо, мне даже пистолеты не дают. Кстати, вот эти бонусы, которые давали, типа рывок и дополнительная броня и всякое такое, как по мне, они были важны в начале, когда ты был уязвим, а когда ты становишься вот таким вот ходячим танком, то все вот это, ну, то есть я ими ни разу, вы видите, за игру не пользовался, и, ну, такое. Я много жалуюсь сейчас в этой серии, наверное. Антоновского-то не поймали, если что. Крендель. Его же так зовут, Кренделя. А, Антоновский. Что? Ты дурак? Иди сюда. Иди, иди. Вот те двое, которые стояли изначально. Я думаю, ребят, давайте тогда сейчас мы навык качаем себе. Я хочу успеть еще один сделать. Найти источник сигнала. Давайте тогда на этом будем заканчивать. У нас еще, в принципе, остается, я думаю, материал на, не на 5 минут, поэтому... Почему я с пулеметом? Я же ракетник... Нет, я брал ракетницу, игра! Вот это сейчас было нечестно, потому что у меня сменилось, ну, потому что это было в катсцене, ну, ладно, короче, пофиг. Все, ребятушки, тогда на этом все, спасибо, что были с нами, всем удачи, добра, бобра, всем ладушек, всем покеда.